Всем привет! У нас начался ремонт, у нас хаос в квартире. Начинается абсолютно все, что происходит, когда происходит ремонт. Вот. Теперь у нас зеркало в зале. Я только что сняла белое белье, развесила темное белье. Вот, пока что у меня заданий нету. Я все задания, которые мне сказали, выполнила. Потому что я молодец. Ой, так что вот так вот. Потом сейчас Ваня освободится, и я хочу... Я вчера почти досняла то, что планировала. Мне осталось только концовочку, и мне нужно на улицу пойти его снять с Ваней, потому что сама я, ну, не знаю, смогу, не смогу. Вот, поэтому подожду пока до обеда, потом, когда будем обедать, пообедать мы пойдем отснимем это все дело. У нас сегодня жарко, на улице очень тепло. Такой ветерочек приятный дует, но он тепленький. Ой, так что вот такие дела у нас. Перец работает, ну, в смысле, канал Перец, День Вова у нас канал Перец смотрит. Вот такой вот у нас дома хаосик. Тут Майя лежит, отдыхает. Вон Пума кувыркается. Ты что, своих деток? Деток своих оставила? Деток своих оставила? А? Что, они там дрыхнуть? А ты играешься, да? Играешься? Мужчины наши нервничают. Выгнали нас с тетелей из комнаты. Сказали, все, идите отсюда. И мы ушли. А я сейчас поиграю. Раз пока ничего делать не надо. Мои крупочки спят тут. Спят мои маленькие. Спят мои сладенькие. Спят такие вот крокодилы. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, какие вы все сладкие. Глазки открывают. Ура! Скоро откроют глазки. Глазки скоро откроют. Пощипушенькие. Мощепушенькие крокодулечки. Ой, мой сладкий. Масянечка самая большая. Спит и не дергается, да, Масянечка? Спите, мои лапочки, спите. Спите, мои хороси. Спите, мои хороси. Вот. Вот так. Вот так вот он себя гладит. Ой, такое пузико, 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 пузико. Такие приколюшечки. Ой, как позевали. Ой, позевали, позевали. Ты не можешь определиться, как ты хочешь спать. Мы тебя повернем на бочок. Ай! Зеваем мы, зеваем. Вот они любят на друг дружку лечь и спать таким образом. Все, шифонер упаковали. За все время, которое у нас есть котята, Майя в эту комнату практически не заходила. Она боится пылесоса, и она сейчас вынуждена была прийти. Она пришла, села вот тут в углу. Сразу хочу поговорить насчет, как отреагировала Майя на котят. На Пуму Майя шипит. Она с ней вообще, у них конфликт, Майя, я не знаю, как-то негативно к ней относится, то есть она ее не трогает, ничего, она просто, когда они встречаются по квартире, то Майка шипит на нее. И Майя к котятам никогда не подходила, а сейчас она залезла вот на кровать, испугалась пылесоса и услышала, как котятки это шкрябают коробку, и она подошла буквально вот отсюда, немножко высунула голову, понюхала. И все, и больше ничего не сделала. Так что посмотрим, как Майя будет дальше реагировать, когда они подрастут и уже будут бегать по квартире. Очень интересно будет, да, Маечка? Как ты отреагируешь на котят? На улице безумная жара. Мы сейчас едем опять в магазин строительный, а потом в супермаркет. Мы вчера приезжали в этот же магазин, только мы были с той стороны, а сейчас мы идем внутрь. Заодно посмотрим, что там, и нам нужно купить пену там всякую. Короче, идем. Мы в Меркадоне. Так, Ваня хочет себе сок с молоком. Блин, он вот такой есть. О, ну я, давай возьми и арбуз, но я тоже буду такой. И вот этот. Все, больше не надо, за это вполне... Лена тоже возьмем? Нет.
Давай. Нет. Как раз смотри. Зая, давай, посмотри. Много. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, девять. Все, нет, этот не надо. Убирай. Вот этот попробуем, два, и все. А этот это убирай. Это вкусно. Это мы сегодня... Рожок с чизкейком. Вот это очень вкусно. Рожок из шоколада. Не, не хочу такой. Я люблю рожок, который он вафельный. Какой еще есть? Что тут еще есть? О, смотри, вот это сникерсы. Не очень любишь? Нет. Пошли на ту сторону, посмотрим, что там. Так, что у нас тут еще? У нас есть мороженое, которое в апельсинах, в лимонах, в кокосах мне нравится. И в кокосах. Все, стоит это у нас по 2 евро. Одна упаковка? Ну да, апельсин, шкурка апельсина настоящая. То есть разрезается апельсин, вытаскивается мякоть и добавляется этот, мороженое. А это что такое? Что такое? Калории? Все, мы приехали домой. Да. А вот эту штуку? Хорошо, сейчас донесу. Ку-ку! Я нашла свою эту штучку и решила, что надо сделать такую прическу. Сейчас буду садиться монтировать видео на бьюти-канал. На улице жара безумная. Я сейчас буду персиану закрывать, потому что безумно жарко. Я буду заниматься монтажом. Буду делать монтаж видео. Так, что, поехали. Я сижу здесь, монтирую видео, а котик мне мороженка принес. Да! Ну дай мне моё мороженое, зая. Я просто белый шоколад не очень люблю, он мне белый шоколад ведь съел. Вот так у меня рожочек. Спасибо, зайчик, большое. Не очень старался. Вкуснятина. Мороженое. Класс. Что там в комнате? Ух ты! Ля-ля-ля! А что вы делали? Подожди. Ух ты! Ай, вы отшкребли эту стену чуть-чуть. Или там уже было? Короче, выключаем свет, идем кушать. У нас сегодня на ужин дорада с овощами. Всем приятного аппетита! Хрю-хрю-хрю-хрю-хрю! А? Котяточки ложатся спать. Всем спокойной ночи. Ютубинцы, спасибо за ваши лайки и комментарии. Люблю вас очень-очень.